сначала первый аккорд не сверху, а готовить руки и его просто вот положить. Очень большое движение, да? И громко получается. Вот туда один. Don't prepare yourself, just play. Don't prepare, just put your hands and... No, it's... Пошли. Движение должно уже расти.
вы берете аккорд и первый бас. Дальше вы должны понять движение от баса сюда. Оттуда в аккорд, to chord. Да? Шире, это слишком быстро для такого мощного модерата из аккорда. Очень быстрая скорость. Вы дальше-то так сыграете? It's too fast. В таком темпе. Я не уверена. Вот руку вот сюда. Звуковая волна колоколов, которые возвещают о каком-то событии. It's a huge wave of bells. С одной стороны, для Рахманинова это возврат к сочинительству, да? Возврат к исполнительству после больных рук. It's going back from the illness to writing and to playing. И в то же время эта музыка, эта тема, она трагическая. Образов очень много, которые можно предположить, но есть самый простой, который его всегда сопровождал, это колокольность, которая отзывается, понимаешь, и когда колокола бьют о каком-то событии, то ощущение всегда, что от земли идет звук. So the bell sound was very important for him, and when is a bell, it's feeling like its sound is coming from the ground to up. Поэтому звук очень большой. А ты играешь так немножко плоско. Да, давай еще раз. Вот темп сейчас был правильный. Темп был правильный. Не надо быстрее. Я восьмушки считаю. Thank you.
улетать. Вся эта часть, она неплохая, она не дурная. Когда ты играешь вот это... Вниз возвращаясь, больше левая рука. Coming back more, а вверх more уходя, left. Придерживается вот эту тему. Расслабляться и не рубатничать, потому что оркестр ведет свою мелодию, никуда ты не денешься. No, Robert, you're connected with the orchestra, so it's a by two. Цифра три. Number three. Начинали бы в таком темпе, что это должно быть в два раза быстрее. Вот я ее осадила. И скажите, она начинает настолько быстро концерт? You start too fast, so your tempo is twice faster than it should be when you start. Это первая пьемоса от того темпа, уходящая, да, в скорость. И дальше Accelerando. It's first pjumoso, and then it's, Accelerando is coming already. So you are too fast to begin. Оно не может быть и здесь пьемоса, и потом еще Accelerando, и там некачественно, и тут некачественно. Его надо рассчитать, не надо. Такой галоп устраивает совершенно so, not so fast, because the first one is not quality, and the last one couldn't be quality if you start too fast. И сыграйте мне вот это медленно, потому что там много фальшивых нот, может быть случайно. Thank you.
оркестрах мира здесь делают ретенуты. Как ты их не проси, сыграть подвижнее, они все равно играют медленно. Вот они что. Просишь, все равно. Ну, можно по культуре, да, но все равно чуть-чуть. Внимание, да? Может быть, будет больше, может быть, будет меньше. Но вы должны быть готовы, что здесь эта ретенута зависит не от вас. You should be ready for cellist, because everyone makes it different. You should be... Every orchestra, yeah. So it should be... От вас. Отсюда. Челиста, который страстно любит эту музыку, играет очень первую модель. Давайте. Переведите. А вы меня ловите. 3, 4. А вот с которой чуть получше, у тебя уже не контакт. Да? Она не очень понимает. Когда виолончелист получше, ты должна быть более внимательной. You weren't ready for the second time, so coach him. Я сейчас буду good виолончелист. Similar the first time. First time it's piano, and then the mezzo. Вот ты должна этого виолончелиста отправить на второй план. You must forget about this cello. It's another tune. Она должна вот открыть его. You're hesitating. Oh, to open what window or not to open? Вот сразу. И вдохни в себя воздух. Сразу. Собрать с дополнением. Это просто природа слуха определенная. Они же по-другому разговаривают. Ей очень трудно. Она молодец, огромная. Вы ей скажете, что она молодец, то он сейчас зачахнет, а она с этим молодец. Просто смелее. Ну да. Thank you.
chords in the beginning. It should be played outside of piano. Это знаешь, как вот так есть children, знаешь? Так это... Все умерли через полтора. Из-за того, чтобы собрать педаль, и чтобы получился этот орган звук, а они там... Вот рука отвалилась, не могу больше. Вот так и ты. Не надо, это полетело. Отпусти себя. С гармонией сыграем все. Раньше вот отсюда мы... Они разные. Отсюда. Still listen to the bass. Видите, for the whole bar. Целое. Поэтому вот этот... Every not beaten note have more tension and more time. So feel the time and don't rush and don't be symmetrical. В каждой четверти хотя бы 2/8 внутри вас должны быть. А там вообще триоли. Chord contains three notes. Like three triplets. Давайте, yeah?
Not so fast, because next arrow is fast. Два, три, четыре. Пополам-то. И раз. Time it was a completely mess, and she wanted you to listen the melodic line, left line. Yes. Вот у нее в левой руке, то есть по сути в ноты, есть залегованный звук. Есть лига, да? Because it's a little bit mess. When you are playing mostly the right hand, and there are syncopes, long notes in left hand, and you skip them. Actually. Потому что вот это пью-виво, которое начинает, и дальше пью-виво, еще быстрее. Не надо сразу такой разгон.
So don't play too fast because the next part что, is а дальше faster еще, again. А дальше еще Ачимиран. And again. На длинной тени. И потом уже Аллегро. Но все это только к Аллегро. Не к Престо. А у вас уже Престо. Understand. Вот это то, что я не сыграла. Там оркестр может играть назад. Я просто это не сыграла, да? Hold back all the time and take one of those. Это не пара, которая беззвучна, верхний звук. Если бы была такая мелодия, то она бы работала. Просто она прерывается. Not like in classics. Молодец. Смотрите вот это. Я же бросить и пьяно. Вот это. It sounds like you're fighting someone with a sword and chopping off some heads. Да? А ты представь себе, что ты сидишь на коне. Imagine that you are on a horse. Да? Sitting on a horse. И что ты человек, вот перед которым, я не знаю, в каком-то пространстве море людей, конца которого не видно. And there is a crowd of people without end between you. Представь себе полководцем просто, который вот сидит и управляет, и сейчас он вот собирает людей, потому что вот что-то сейчас должно произойти. Imagine that you're a military commander, a battle commander. Он не может вскачь сквозь эту толпу бежать. Он на коне, на своем, да, вот как бы он пружинит вот это. Это же первая тема. Вот там она была. Тянуть.
И вот это я мыл. А у тебя посреда пам с голова. Это музыка, которая, да, есть акцент, есть пружина, но она не вот такая, что просто от звона уже в третьем такте уже скучно. Listen to orchestra line. Да, это очень глубоко. Все остальное just like добавьте. Если трудно убрать акцент, добавьте все остальное. Здесь надо добавить массу. Should be more heavy. Вот чтобы объем звука надо. Вот объем больше. So amount of sound, not jumping anyway. Да? Вот сыграем прямо от темы. Медленно. Марката а-ля марш маэстозы. Вы же замедляете вот этот. Так быстро. Вот вы гнали, yeah. Постепенно. Три, четыре, темы. Если бы вы так было, как бы вы играли? Сыграйте мне так. Не хочется кричать, да? Вот и не кричите. Thank you.
deep theme. Not everything. Every note. Thank you.
мажор положит вовремя, но только в том случае, если вот этот такт один до слова ретинута, уже вы начнете показывать, в каком это будет темпе. Поэтому сюда спокойнее, отсюда сыграйте. Крещендо от баса. Можете и второй раз тоже взять, если хотите, пожалуйста. Но все равно это крещендо.
Даже когда вы вот это поэтому там делают не потому, что там так написано, там можно собирать вот эта вся часть, она грустная, она другая. Вот это еще что-то есть, а это уже нет никакой надежды. Yeah, good job.